Всем привет! Поснимал немного про Арлекин и не только. Вот так эта парочка тусуется постоянно вместе. Это очень забавно. Хоть это и самцы, но держатся они дружно, всегда вместе. И в беду друг другу не дают. Вот тут решил с пинцета их не кормить, а просто положить на дно вдали от них, и они тут же заметили, скорее всего, по запаху, и ломанулись в это место, откуда, видимо, идет запах от звезд. Ну, я так предполагаю. И смотрите, что вышло. Получил немного рак-отшельник. Вот так они его гоняют. И смотрите, она прибегая, она же не знала, что там лежит, да, в этом месте. Она прибегая, прям почуяла, хоть она и гнала рака, и лапками зацепила. Вот идет второй. Кстати, обратите внимание на песок, такой заросший, да, это, наверное, пик нитрата в этом аквариуме, когда там было очень много живности. По предыдущим видео можно увидеть, какое состояние стало. Просто это видео старое я снимал. Наткнулся на него случайно. И вот решил вам выложить, показать. Забавно получилось. Как арлекины не дают себя в обиду, еще и сами нападают. Ну вот второй тоже добрался, нашел. Звезда уже прикрепилась к песку. Вот она ее отдирает. Раньше думал, для чего ей такие клешни, да, большие. Слышал, что они могут распиливать звезд, отпиливать им конечности, но, как оказалось, не этими большими, а эти большие клешни им нужны для защиты. Они ими защищаются. Делают какой-то блок. Или ими просто нападают. Ну вот она ее оторвала. И пошла трапезничать. Ну и дальше собрал немножко в кучу ролики, которые снимал. А память в телефоне они забивают. И как бы ни туда, ни сюда их. Я просто их в кучу собрал. Приятного просмотра. Надеюсь, вам мои видео нравится. Не забывайте в благодарность ставить лайк. В этом не вижу ничего сложного. Для меня это очень важно. Спасибо всем за внимание. Приятного просмотра. Всем пока.